Просто нет шансов у команды Пейджина взять раунда. Гобби и Митсу Тапсона будут стараться. Три хэдшота, просто посмотри, есть все-таки шансы. Хэппи не отпускает Тапсона. Ситуация 2 в 1. Гобби попытается взять этот раунд. У него есть молотов, есть хаешка, есть также дефузы. И он пока что ищет своих противников. Но там уже Хэппи вместе с Сиксером в хороших позициях. Гобби. Хаешка под Сиксера. 58 хп, уже 11. Гобби, 1-1 ситуация против Хэппи. Этого молотова, он летит под ноги. Все-таки нет дефуза от Гобби. Ситуация это очень острая. Гобби будет пушить против Хэппи. У него это получается, раз дефузит или нет. Да, да? Успевает. Это все-таки раунды команды Бельжи. 2 в 5 только что отдали Envious. Смог. А Некс поджимает ангар. И что самое интересное, его здесь никто не контролирует. И вот этот поджим может сейчас сыграть... Просто прикинь, такой приходишь в ангар, и ты просто выкатываешься. Божье вмешательство просто, подарок. Прилетел тут под ноги игроку команды Бельжи. Будет Некс встречать противника, у него это не получается. И ситуация неплохая для команды Envious. Легия забирает Сиксера, при этом падает. И Легия! 3 минуса в этой ситуации, но Хэппи его отправляет уже в следующий раунд. Ситуация 2 в 2. XMS красный. Ну, понимают вроде как BG, что это выход на точку Б. Гобби, по-моему, не ждет XMS-а с хелпы. Нет, ждет. Увидел. Как? Как они не залетел? Там красный чел, там патроны мимо ушей летели. Тапсон последний, по нему нет информации. Он на девятке, бомба поставлена за дефолтом. Там находится у нас товарищ Хэппи. Тапсон прыгает через девятку, тут есть по нему информация. Выход Хэппи, его не пропускает. И это раунды команды Envious. Активными действиями от защиты. У нас вновь выход на семерку. Шок забирает виста. Фредди Би неплохо поработал против Бади. Шашлык Кенниес. Еще и третьего забирает. Господи, Кенни! Против последнего Денниса пытается работать. Ой, это было очень опасно. Деннис уходит. Но надолго ли? Это вопрос. Будет выход Кенниес. Гранты встречаются. Такие оппоненты отлетают от соперника. Выход будет на семь. Деннис! Какой хэдшот против Апекса. 1-1 ситуация. 41 хп против НБК. Здесь можно работать. Этого АВП. Кстати, непонятно, почему он фейкует. НБК это... НБК опорник на Б. А почему фейкует Деннис? Уходит в большие, и Деннис здесь действует максимально грамотно, уходит на ковры, бомба стоит на дефолте, НБК с пистолетом. Опять же, он не может поменять пока Вик на снайперскую винтовку, увидел своего оппонента. Так, ой, как же это опасно, НБК. Нет, да. Все-таки Деннис не дает ему пройти до дефуза этой бомбы. Это все-таки 10-й раунд для команды Godsend. Руками Денниса Эдмана, классная стрельба, на самом деле, с АК-47 выход. То есть, если бы он, по сути, там выпускал 90, это была бы проблема. Так, Дюпри уже находит флейме. Это на миде было. Ну и Эдвард также на 90 получает просто хедшот от девайса. Эти диглы, Алексей, уже сработали. Для команды остались 5 на 3. Ситуация, можно выходить на пустой пэплэм. Нельзя было, конечно, отдавать этот экономический раунд, но все-таки отдают Нави его. И сейчас еще и Дюпри заберет электроника. Нет, электроник отошел каким-то чудом просто. Электроник. Нет, Дюпри еще второго, там просто залетает какой-то хедшот против Симпла. Я бы хотел посмотреть этот момент еще раз просто. Флюша один против оппонента, коктейль Молотова на пленте. Ника думает, как же лучше ему сыграть, и он потерял Флюшу. Флюша, кстати, слишком рискует. И, кстати, как грамотно играет Ника. Флюша абсолютно не догадывается, что Ника находится на зигзаге. Ника, они обходят друг друга через столб. Как он его не заметил, друзья? Как справа только что от него находился соперник. Он просто не увидел его у себя на мониторе. Вот. Ну, вроде как время будет для установки плента. Да, Бади ставит бомбу. Ну и 2 в 2 ситуация. Ну и выбивание от Воксика Иса. И Воксик очень сильно просел Иса. Выход против Бади. По нему есть информация. Тут Кенни спасает все-таки свою тиму. Это прострел против Иса. Последний Воксик. Это АВП через просвет будет выходить. Напоминаю, что есть у него дефузы. Один килл по Кенни залетает против Бади. Тоже получается Воксик. Как же хорош в этом моменте турок. Ну и, соответственно, 4-й раунд для команды HellRaisers. Да, тут не смогли вместе сработать G2. На самом-то деле знали, где находится Воксик. Он вроде как там довольно активно двигался по направлению просвета. И полетели из его рук. Но и Апекс будет выходить на перестрелку. У него нет шансов. Абсолютно он слепой. NBK последний. 1-1 ситуация. Только забывает фейса NBK! Какая халява, боже. Натан, что это было? Вообще красный убивает двоих. Хотя вроде все правильно делали игроки команды HellRaisers. Двигались через шорт Апекса слеп от своей же флешки. Так. Ну и здесь XMS будет принимать выход на верхнюю. 4 противника вырисовываются, уже это проблема. Но дело в том, что можно также здесь неплохо поработать с Криму, например. И 4 минуса, просто без шансов. Также может быть, здесь нереально смог скрим. Это минус Дюпри. И вся команда осталась сейчас просто была уничтожена.
Нави в меньшинстве. Эдвард 28 хп. Играет в комнате верхний. Ловит смок. Эдвард пока что ничего сделать не может. Некс начинает выбивать. Флэмми прикрывает Зевса. Эдвард, ну куда же ты врываешься в этот смок? Почему же настолько нагло? Остается один Флэмми. За трансформатором. Делает один хэдшот. Второй хэдшот. Это уже три минуса. Киф промахивается. Флэмми. Флэмми тащит этот раунд. 14-11. Вот это Егор Васильев. Вот это индивидуальный скилл. ХП и последний Тапсен крадется через комнату верхнизу. Здесь уже Зевс на нож промахнулся, зарезал Даню. 1-2, есть калаш. Тапсен, последняя надежда из звездочной команды Биг, сейчас попытается вытащить этот раунд. Смог кидает, но выходит Симпл. Саша ставит точку. Хилл все-таки не получилось реализовать. Тем временем возвращается, и в спине уже Тапсен. Повезло. Не попал Тапсон в хэд быстрый. Симпл в итоге делает свой минус. Живет возле длины. Длину занимает еще два игрока команды Биг. 35 секунд до конца этого раунда. Летят гранаты. Симпл еще убивает Гоба Би. Разыгрался Саша Костылев. И третий килл. Легия Браво. Четвертый килл. При этом три килла. 16 хп. Шел за эйсом. Но немножко не получилось. Отличная работа. В камбэчную звонили? Признавайтесь. Или там занято? Номер камбэчный 322. Напоминаю, так, Зевс. Ой-ой-ой, как же спрейт вообще? Что это вообще такое? Рейн забирает все-таки Зевса. Нико все еще вычисляет, куда внедрить свой дигл. У Рейна уже не получается пройти через улицу, его останавливает Саша Костырев. Нико все-таки будет выходить вместе с тиммейтами на точку, а через две позиции, даже три, возможно. Так, Нико все-таки замечает электроника. Выход также против Зевса работает. Симпл на девятке отлетает от Керригана. 4-2 уже ситуация. Эдвард вместе с Флэмми пытается найти свои фраги. Флэмми будет пушить дальше радио. Тут у Эдварда получается забрать противника. Размен на лобби. Это минус по Флэмми. Последний остается только один Эдвард. И он не должен отпускать Керригана с этой позиции, но он все-таки отходит через будку. И будет уже прицельный огонь по нему. Двух соперников, скорее всего. Эдвард, выход на ноль. И спрей все-таки не залетает. Бульдозер не заезжает. И он будет выходить уже после этого. Господи, что происходит? У нас минус по Гадлину. Ситуация 1-1 против Керригана. Эдвард, неужели это минус 3? Неужели это 13-й раунд для команды Нави? И да, так и получается. Керриган отлетает. Это хэт-трик от Иоанна Сухарева. И раунд для рожденных побеждать. Посмотрим. Ну, для команды Фэйс, я имею в виду. Нет, не будет. Скар уже убивал, но только в руках у Данила Тисленко. Выход от Флэмми минус Керриган. Господи, Нико последний остается. Нико врывается через вентиль, о нем уже есть информация, но очень сильно проседает. Флэмми разбивается, господи! Электроник последний, 37 хп, он пытается найти противника, у него нет времени. Нико просто уходит на сейв в скрипе, еще и забирает после раунда оппонента. Это все-таки 17-18. Выход против Гардиана не работает абсолютно, потому что снайперская винтовка Словака была в позиции уже, но Электроник забирает Нику в пол позиции. И это проблема. Гардиан будет готов принимать через ветер. Оппонента получает молотов, но тут же готов выходить на другую уже позицию. Ну и, возможно, это как раз будет от него выход через короткий. Нет, все-таки Электроник его не пропускает. Уже третий минус от Дениса. 3-2 ситуация. В меньшинстве ловмейстера Керриган. Это АВП и МК. Но им нужно еще найти оппонентов. Те слишком уж хорошо запрятались. Да, один из немногих моментов, когда Нави пришли на Б. Поставили все-таки бомбу. Электроник пережимает Керригана. Ну и ловмейстер 1-2. Сейвить, опять же, нет смысла, потому что деньги будут в любом случае. А вот взять раунд было бы неплохо, но все-таки Эдвард делает фраг, и два раунда подряд в атаке от НАТО Свинсера. Все-таки ловмейстера первый фраг уже был сделан в этом моменте, второй фраг тоже сделан, Флэмми забирает Керригана, и уже ситуация 3 в 5, попытается все-таки Фейс у нас выйти на точку или через улицу, не проходит, Симпл забирает Гардина, последний Фейс, Нико! Он попытается пройти по девятку, и Симпл вроде как считает этот выход, флешка потела от Нико, и он отлетает, команда Нави побеждает в этом матче, но все-таки будет играть стыковочный за то, чтобы остаться в рамках ESL Pro League следующего сезона. В общем, по-другому сейчас Immortal смотрится относительно. Вы порвался, что не... красиво. Красиво в чат. Еще можно делать. Они же совсем ушли всего на бизнесе. Один в один. Просто стил. 4 минуса. Ты видел, что? Ну, они куда они рвались? Непонятно, опять же. Они откинули молот.